Здорово, смертные. Сегодняшнее видео будет Sega Game Gear. Моя приставка. Вот так выглядит сама коробка. Это европейская версия. Так, здесь пару игр. Сзади дополнительные штуки. Адаптеры, там разные. Battery pack. Или что-то. Да, это типа Powerbank для Sega Game Gear. Кабель какой-то, радио или телевидение, TV-тюнер. То есть можно смотреть и телевизор на ней. Так, я ее уже вытащил. Вот она в таком картонном кейсе, как говорится. Потому что есть и в пенопласте, но пенопласт это не совсем хорошо. Так, откроем. Вот так открывается. Вот так. Так, сама приставка. Вот как она выглядит. Game Gear Sega Portable Video System. Вот так. Сзади 6 батареек. Здесь сломана эта штука, к сожалению. Она так попалась. Made in Japan. У нее есть даже адаптер для Sega Master System. То есть можно здесь подключать и адаптер, и уже картриджи от Sega Master System будут работать на нее. Это просто Master System, просто в уменьшенном размере. Ну, как и Game Boy. Так, здесь игра Sonic the Hedgehog Game Gear. Поиграл немножко, довольно хорошая игра. Мне понравилась. Я ее не буду включать, потому что у меня нету батареек, к сожалению. Здесь нужно 6 батареек, но она рабочая. Правда, экран уже начал высвечивать, то есть у него конденсаторы уже полумертвые, и их надо обязательно менять, потому что иначе они поломаются там внутри. Так, когда-нибудь, может быть, я и вытащу эти конденсаторы оттуда. Так, следующая игра — футбол американский, вот в таком кейсе, как у Game Boy кейс. Довольно крутой кейс, мне нравится. Сам карик. Made in Japan. Так, здесь даже специальный картон есть для этих кариков. То есть они продавались как бандл, наверное. Вот так. Я не знаю, были все три в бандле или только две игры в бандле, а потом они купили еще одну игру. Так, и еще одна игра. G-Lock Air Battle Game Gear. Так, вот так-то. Приставка довольно крутая, мне лично нравится. Не сказал бы, что она так уж и большая. То есть она большая, конечно, больше, чем PS Vita. Но по-любому не так уж и огромная. То есть можно на нее играть. У меня просто руки маленькие. А приставка довольно крутая. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, дизлайки. Подпишитесь. Всем спасибо и всем пока.